Viewer discretion is advised. Друзья, всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, Андрей Стригуль, Игорь Линк, это White Gold SPB. Я уже начал раковать, я не надел шмотки разоровские на себя, которые лежат у меня в стейшке. Какой поэтому... смысл играть тогда, Левай? Ну, чувак, я приблизительно такой же сейчас, у меня такое же настроение, поэтому... Не усугубляй, пожалуйста. Ладно. И мы тут задумывались о том, чтобы переименовать White Gold SPB, потому что название уже давно не отражает содержание, всем же насрать на Black Silver Уфу. Поэтому я предложил... Последний раз даже, когда я смотрел... Я предложил вариант классическое сосалово. Классическое, друзья. Да, я, короче, в последний раз даже смотрел, когда летсплей, я смотрел не Black Silver Уфу, а Лугошку. То есть мы провозглашаем Давайте себя мэтрами сосалова. Мэтры сосалова. Не просто, мы, я считаю, что мы можем даже с Сашей Грей померить с силами относительно. Просто она сосала хуй в реальной жизни, а мы в доте насосались так, что... Нас так драли с тобой, Андрей, что... А со мной-то как тебя драли? Ой, Линка, ты вообще просто... Как с тобой жизнь? Трипл пенетрейшн прям у нас с тобой был. На глазах у тёлки, которую ты любишь, при том еще тебя надирали. Это самое унизительное. Почему это? Я что-то не помню такого. Ну да, конечно. Чё-то ты придумал, по-моему. Чё-то ты, блядь, в базар не отвечаешь. Я смотрю совсем... Мы сговорились, по-твоему? Чего? Что ты несёшь? Отстань от меня. Все, обижен. Все, уходи. Линк в френдзоне. Что? Криера у нас нету, да? Очень смешно. А ну да, точно, не скажи. Клав. Мы будем про доту говорить или что? Ну, я, вообще конечно, могу. Не знаю, мы говорили о том, что мы мэтры сосалова. Как мы любим отдаваться и... Это мы любим. Это мы умеем. Это по-нашему. Слушай, я вот никогда не встречал на самом деле людей, которые... Группу людей, которые так плохо играли бы в доту, как мы, если призадуматься. Я думал, да, ты я скажешь тоже. Сейчас о том, что не встречал. Комментаторы доты, просто люди, которые любят доту. Школьники, студенты, женщины. Я не знаю, все играют лучше нас. Безработные играют лучше нас. Было бы странно, если бы комментаторы доты играли хуже нас. Актеры озвучки играют лучше нас. Все играют лучше нас. Почему? Что странного в том, чтобы комментаторы доты играли... Ты, например, можешь себе представить, как Петр Гусев играет в футбол? Или он играет в футбол? Нет, он не играет в футбол. Мне кажется, он играет в футбол. Блин, а если бы он играл в футбол, было бы круто, наверное. Нет, ну в смысле... Это было бы так классно! Не профессионально, но мне кажется, играет. А мы не отсосали, а мы не отсосали. А я стою с Валдисом Пельшем, приколитесь, пацаны. Угадай мелодию. Валдис! А, да, друзья, я взял Разора, потому что, ну, вы помните, у меня... Потому что умеешь за него играть, Юра. Электроелдак? Нет. Потому что у меня дома электроелдак, и я решил показать себе сегодня стильным электричеством. А завтра вы знаете, друзья, кому этим... Электроелдаком достанется. Кто получит 3000 вольт? Никита согласился все-таки? Ну нет, Никита не согласился. А, Юра, а что ты там хотел завтра? Ты что-то звал меня завтра за пятихатку куда-то ехать. А, Юра? Это ж не для того, чтобы садить в электроелдак. Будет весело, это я тебе обещаю. Это ж не для того, чтобы садить. И ты уже взял 1000 рублей, поэтому. Я и не против, я уже их потратил. Расскажи нам, как ты потратил эту тысячу? Шаверму. На вкусную. Ты лжец, ты купил палатку в Хантере. Ну и что? А потом шаверму. Лжец. На шаверму же тоже. Ты гнусный лжец. И что, в твоей шаверме что, карточки принимают? Или вебмани? А я снял деньги с карточки. А, шах и мат. Так-то я мог сделать? А ты если... Нечего сказать. Вот и молчи. До конца игры. Да, конечно. Мы с Андреем будем всех развлекать. Ты прям затравился. Ох уж, Игорь у нас становится просто непобедимым тралем каким-то, слушай.
Да, у Юрки пукан все горит и бомбит, я даже не знаю. На днях привезу ему мазь для пукана. Блядский пидор, ну что ж ты не побежал-то за ним, ёбаный, ай. Антимаг, фулл мана же. А это все Валдис Пельш, нахуй. Игорь. Никогда не доверяй латышам. Андрей, ну что ж ты не предупредил-то? Я что, смотрю на карту, что ли, потом? Может, я еще не рак? Ты сказал это за секунду, прям подбегая? Да и какой тут гол? У меня мана-то стоит 16. Я бы максимум мог либо пробежаться мимо них, либо... Я сказал гол. Ну, уходи уже теперь, что-то пришел, помню, терять будешь. Бля, почему у меня так мало дамага? У Разора же много должно быть дамага. Или он как-то копится? Да нет, чувак, он его высасывает, у него становится... А так-то у него, блядь, дамага, как у крипа. Так как мы провозгласили себе в метре не сосало, вот ты должен хорошо отсасывать дамаг. Нет, как раз для того, чтобы отсасывать в доте, я должен плохо отсасывать дамаг, понимаешь? Вот в чем этакий парадокс отсасывания. Чтобы отсосать парадокс в итоге, и чтобы вся твоя команда еще отсосала. Мало отсосать одному, Андрей, нужно, чтобы все сосали. И чтобы все делали это как следует, и не прекращая следить за этим. Вот что такое мэтр сосалово. Тюра, я не умею за темперсо играть, кстати. Я не умею за темперсо. Я не умею за темперсо играть, как и за любого другого персонажа в доте. А прикинь, мы на самом деле всех тралим. Прикинь, мы на самом деле всех тралим, и я умею играть. Нет, чувак, мы никого не тралим, и ты не умеешь. Ну нет, но если бы так было, прикинь, какой троллик. Да, чувак, учился. Если бы докобы, то бы во рту росли бы грибы. Лол. Я обыграл этого джиггернаута в игру, кто последний добьет крипа. Мы по удару наносили по тележке, но я оказался последним. Джиггернаут за нас, да? То есть, да, так что я промлю его, и мы будем отсасывать. А я буду с Бладстоном хуй сосать тоже. Вместе с вами. Я просто лишний раз удостоверился, все ли в порядке. Да, знаешь. Ты что, не доверяешь мне, что ли? Ты, может, конечно, и мэтр сосал, но, знаешь, я тоже тебе. Нихуя себе, как больно бьют эти идолы, блядь. Какие идолы? First blood, folks. Я даже не понимаю, что меня убило. Я тоже. Рокование на кирпеш. Вот что, чувак, забей, Тимберсоу, ёбаный рак. Лучше даже нахуй не при обращай на него внимания. Вообще? Он пизданутый на всю что нахуй ты... голову. Вот ты доебался до Тимберсоу. Я одного крипа дарил. Просто нахуй не слушай его, он конченый. Я ничего не говорю даже, ты меня слышишь. Ну вот я и предупредил. Я, наверное, пожалею об этом. Я угадаю эту мелодию с трех нот. Но я иду ганкать. Я угадал, давайте, что готовы? Да-да-да-да, Юр, начинай. Начинай. Ну я, видишь, подлетаю. Юра? Ты сказал Юра? Я не Юра. Тут и Юра есть. Юра, вы все... Юра, о чем? А Юрнер? Блять, Юра... Юра не джиггернаут, если ты думаешь так. Ой, какой ты смешной, Игорь. Я не знаю, чё, к чему ты вообще сказал? Юры там не было. Да вот же он. Да вот я, мудила! Где? А, господи, какой я ты конченый, просто! Просто, Игорь, блядь, Юр, деградан! Привет. Просто какой-то даун! Я даже не знаю, как, блядь, тебя охарактеризовать еще, кроме как. Ну, не знаю, даун, наш... может быть, больной, времени. Человек с нарушениями. Можешь как героя нашего времени, можешь как не в смысле, героя... знаешь, а, дауна, которого жалко, потому что он даун, а такой сознательный даун. Вот. Типа, а блядь, Интел. А еще я уточек поставил с того косаря, что ты мне дал. Они теперь стоят там и привлекают других уточек. Но я, правда, сегодня ни одной уточки не убил. Но это все потому, что ты мне стоял рядом, кудахтал, мешал мне уловить уточек. Говорил, ай, мы не поймаем. Я там даже не был. Ты меня с тригулем путаешь. Я не охочусь на уточек. Нет, ты пришел такой, а где утки, утка, мама. Ты ебанулся, что ли, блядь? Я прекрасно все помню. Ты мне тут... Наркоман ёбаный. Купи себе таблетки, блядь. Какой реабилитацию, блядь, обратись. У тебя уже помутнение, блядь, рассудка на почве, злоупотребление. Кому обратиться? Больной даун. Я что, беременный, что ли? Тоже мне тролль. Обратиться. Проломит тебе череп какой-нибудь клиент твой за такой троллинг, блядь, и все. Какой клиент мне, блядь, проломит? У меня нет клиентов. Ну да, конечно.
каких клиентов, о чем. В доту кто-то со мной играет, я не думаю, что они мне череп проломят. В основном это милые ребята. Ну, после партии, если у них будет возможность, Игорь, то часть из них, я думаю, проломит охотно. Играющий да просто из рук рублей, я их сразу предупреждаю, что я буду руковать по полной. Пику и героев типа инвокера. Давай, Юр, идем ганкать. Кинкера. Заходи я, по нему. Да я сзади оббегу тогда. Ну, отлично. Давай, и схвачу дамагу. Юр, седьмого левела, я подожди, крипов нет. Чувак, ну ты даешь. Все, давай, ловдем. Оп, заметил. Ой. Лови! Как? Он заджукался. Давай! Энигма! Ну уже антимаг! Отлично! Я отомщен! Отмщен! Ха! Регенка на топе! Регенка на топе! Блять, какой же дерзкий этот чёрт. Я, наверное, ты знаешь, чтобы наносить команде минимальный вред, мне, наверное, надо фармить просто и не высовываться нахуй. И отходить при любом тревожном признаке. Наверное, Юр. Ну ладно, буду фармить. Может быть, себе ПТ-хи нафармлю или что там нужно разору? Не нафармлю. Хочешь фармить, Юр, фарми. Хочешь фармить, фарми. Если хочешь собраться, останься ты в лесу. Я курьер, твой ослик, смотри, я дизоль тебе несу. Ну же, подпевайте. Я твой ослик. Нет, бля, нихуя себе, как же больно дамажит эти хуйни тинкера. Ну, блядь, заебал! Заебали камни эти! Почему они все время нахуй то сюда, то туда? Что за хуйня? Пизданутые камни! Я даже, блядь, не хотел, я же жил фармить. Во всем камни виноваты, вини, давай, вини камни во всем. Да, чувак, а ты у нас очень лояльно относишься к камням. Да, Юра? И к камню в особенности. Тебе вот все играть, тебе камни мешают и... Все тебе. Все. Вот, самое время написать, потому что это хорошая игра. Три десять, мужики. И что такого, он же как бы классическое сосалово, мастера. Расслабься, все в порядке, это ж Хованский. Или вот эту попробуем. Сейчас. Роумим, братишки. Давайте гонканемся! Сука, я, блядь, этого... Сука, не указывай мне, блядь, ёбаный Юрнер! Пиздец. Хули ты свою крутилку-то, блядь, не включаешь, деградант! Ай-яй-яй, всё пропало, чуваки, у меня чёрная херня на экране! Ты просто умер, Юра, успокойся. Да только что, на записи видно будет! Отлично. Вот вы увидите, как у Хованского, блядь, клюки. Если увидите, что тут было что-то вырезано, знаете, Хованский пытается скрыть то, что он сходит с ума. Черная херня появилась. Вот и все, как бы ее. Мастера сосалова, за 12 минут игра закончена, может. Господи, как же ужасно, блядь. Да почему? Как? Объясни мне, Юра, объясни, даже... Вот так это все и делается. Просто, блядь. Бери ты блядского вивера своего. Так он... Андрей же сказал, бери что-нибудь интересное. Он надеялся, что ты не послушаешь. О, прикончили. Ты не сдал, Хованский, заразер, мы сосем. Все в порядке. Классическое наше видео. Что-то неожиданное или кто-то чего-то другого ожидал. Тут вообще ничего нет. Вот уж чего-чего. Это ж...
Мы же не трет какой-нибудь, чтобы выигрывать. И не инмейт. Бля, как же быстро... Ай-яй-яй! Ну так. Вообще опять краб вылезет, блядь, сбоку с ультоном пизданом. Ребят, помогите. Блять, ну и Кал, да зачем я пошел? Я не понимаю! Я не отдаю отчеты в своих поступках в этой игре! Сумасшедший. Меня как будто черт какой-то хватает за руку, когда... Андрей, 0-6. Я просто не понимаю. Я не понимаю, как это вообще возможно. 4-18. Ой, не поганит. У этого 0-4, у тебя 0-6. Бич! Ну, друзья, я все-таки считаю, что не стоит пренебрегать мне стаут-шилдом. Я вообще ничего не собрал за это. Так пусть хотя бы стаут-шилд будет за... Ты войдешь в историю как самый... Мастера Сосалова! Я думаю, если тебя в охоте убили бы как рака, то у тебя за тебя дали бы 900 тысяч там за твой огромный флешт и обхват. Чуваки, почему вы не идете за мной? Да почему? Все не так, как я задумывал! Как ты это делаешь? Все не так, вас же было трое, ну почему? Как ты это сделал? Как ты сделал трех вокруг себя вообще из нуля просто. Я думал, я украду у одного моего, они откуда они берутся? Ёбаный вивер, купите варды. Курьера нет до сих пор. Ты купи, ты у нас теперь саппорт, блядь, чувак. У меня что, разор не саппорт? Саппорт. Теперь саппорт. Да, разор, блядь. Привыкай, ярты в паме. Саппорт. Даже вивер должен хилку кидать и съебывать инвиз. Херня, пойду, ну охренеть, меня гамбит в нашем лесу. Да ёбаный по голове, откуда же вы беретесь? Вас же было мало, ну пиздец! Ну блять, ну как? Ну что такое? Ну ёбаный по голове, Игорь, ты вообще играешь или нет? Да мы с Жигенаутом. Что за херня? Игорь! Что, играй! Было? Нахер играю? Тебе это Аркана! Я башню заденайл, например. А ты что сделал? Расскажи мне. Много чего. Вещи, ничего, о которых я сожалею. Абсолютно. Финиш, вообще fast, please. Ничего. Как ты это Марсел, делаешь? Блядь. Как ты делаешь это ничего? Сейчас выиграем, успокойтесь. Мы же всегда да? выигрываем в таких. Обещаешь? Ситуации. Смотри мне. Если проиграем, ты мне еще косарь завтра так добавишь. Да пошел ты нахуй, я тебе в ебальник плюну. При ну ты это не так сделал. 0-8, ёпт. 0-8. Покупка. Ха-ха-ха! 424! Сзади, Зоди, Вивер! Потолще. Давайте, ребят, все команды работаем. Курьер! Agreed. Насосываем. Всей команды насасываем. Блин. Давайте. Дружно. Давай, вот он, тут дух воды, хуйни! Чё? Чего дух? Дух воды, хуйни? Да замедляй ты, темпларка! Дух воды, ты что, там, купил какой-нибудь прибор для... Чувак, ты заебал, тупой ты гондон, играй в игру! Что ты за еблан-то такой? Откуда? Нихуя! Нихуя! Вот это пиздец! Вот так! Ой, мил. Здорово. Бля, нихуя себе! Вот это я понимаю! Вивер прям хочет тебя прикончить. Пускай сосет. Блин, может башня его... Был... Правда, ее классическая сосала. Классический, не пригнуть. Идеальный выпуск для открытия. Не стоит пренебрегать Турменс с шилдом.
Я даже, блядь, в первый раз, наверное, я не знаю, сколько времени. Я даже Magic Wand соберу, чтобы выглядеть хоть сколько-то солидно в конце этой игры. Да, Игорь. На твоем фоне с этим Magic Wand. Я буду выглядеть богачом. Я буду выглядеть богачом на твоем фоне с этим Magic Wand. Please step in to play noob. А кому это? Бля. А, это. Ну, бичу. Ну и правильно. Нехуй ныть. Don't cry. Don't cry. Your top tower's hurting. No woman, no cry. Да, Игорь? А? Тёпки нет. Пора бы уже найти себе. Чуваки. Сент-Кинг. Ну, он прыгучий. Сент-Кинг. Валим, пидорасы. Супер-Кинг. Сент-Кинг. Блядь, ну почему меня-то? Я самый хлипкий, пиздец. Your top tower's in trouble. Вот он отмотался. Your power flows to me. Смотри, как он. The other fella's bottom tower's done for. Extinction. Almost feel bad for you. Я улетел. Ах ты черт, вонючий! Я уже сдох. Да что же он бежит за мной с своими камнями? Ёбаный камень! Юра, тебя это часто пугает, что за тобой кто-то бежит? Бежит с камнями? Да. Мне кажется, меньшей мере странное это должно погоню. Вызывать как минимум. Во-первых, это хотя сама я помню, ситуация немного один странная, раз мы кидали с камнями, и чувак, который выёбывался на довольно меткого, как оказалось, другого чувака получил камнем прямо в ебальник. У него до сих пор шрам такой от рассечённой щеки. Не дразните человека, у которого в руке камень. Вот что я хочу сказать. Это один из базовых принципов, как не получить пизды. Не дразните человека, когда у него в руке камень. А если речь идет, о стволе, то, блядь, вдвойне нахуй не злите его. Ну прыгай, да блядь! Как можно, блядь, так сосать? Они даже не с нами. Но они прошли испытания, мне кажется. Может, это юные жрецы насосатля, которые хотят... По случаям не из гильды брали, блядь, из нашей. Юные знаешь, жрецы типа Дэнди, ты знаешь, что типа адмирал. Они Бульдога, пока только Дэнди... учатся, они еще не понимают своего Юра. Призвания. Адмирала они думают, Бульдога, что который... они созданы для того, чтобы побеждать, но нет. Адмирала Бульдога, который затащил на интернешнале последний 0-6. Решающий матч с Нави, да, нашел в свое время на пабе Дэнди. И, возможно, вот эти ребята, ты их тоже найдешь, типа, и они когда-нибудь будут так же сливаться. Я найду. Да, ты типа такой, давайте играть с нами, типа, вы тоже сможете когда-нибудь сосать миллион ноль. Да, это был бы... Хотя бы умираю последним. По крайней мере, нельзя обвинить их в том, что они нас мучили. Это было... Прикинь, в реальной жизни мы даже понять не успели. Туман какой-то, а потом пиздец. Какой туман, всё, нахуй. Там чёрная нахуй дыра тебя бы засосала туда за секунду. Что, Игорь, ты знаешь о том, каково это, когда тебе отсасывают? Ты знаешь только обратную сторону медали. Я, конечно, не знаю, как все это... Я, конечно, могу не знать, как все это выглядит, но чё... Обратная сторона. Если чёрная дыра тебя засосала, не совсем хорошо. В одну и ту же отсосаку нельзя войти дважды. Юр, надо было просветку купить. Надо было. А так мы его не убьем. Все, сосали? Вот он как ушел. Идиот, сука, ВТФ. I'm not ready. Not yet. Он ушел туда. Говно. My Сосирак. А-ха-ха. Ну да. А-ха-ха. Окей. Помнишь, я говорил, все русские смеются именно ха-ха. Да. Блин, нихера себе, атака пидорасов. Андрей, спасайся.
Спасайся, Андрюха. Нет, я камнем бьет. Надо отковать. Да под камнем Сим найду приют последний. И лягу там лежать. 11-1. Антимаг, ты неплохо фармит. Ему даже, наверное, обидно. Ну да, вообще чертовски обидно. Давайте посмотрим счет, из-за кого мы проигрываем. 0-7 у Марсела. Марсела, 0-7. 2-9 у Стригуля. 2-4. Игорь, у тебя 0 ассистов. Игорь Линк, ты вообще 1-3. Не участвовал в командной игре. Андрей Стригуль, 2-9. Игорь. Юрий Хованский. Игорь, вы петух. 11. Назвать вас что? Петухом. Ты будешь и потом утверждать, вы... что мы проиграли из-за того, что кто-то не пошел за бутылкой, стоя на меду. Кто-то курьера не купил. А на самом деле вся проблема в том, что ты сыграл 1-11, Юра. Чувак, что за монологи от Соска? Просто монологи от Соска, которые что сам сказал. Зачем ты переспрашиваешь? Тебе нужно какое-то уточнение или ну, что? Ну, я спросил. Типа, что за монологи? Может, ты скрываешь, ну, что вот это налоги отсутствили. Как-то классно крафтанулся прям. Бля, как так вообще получилось? Я не понимаю. Знал бы я, о чем ты? Слишком много про что тут можно так спросить. Юр, почему мы до сих пор играем в доту? Я не знаю, чувак. Так мило посидели в The Hunter, постреляли. Всех убили, всех манки, все весело, так нет. Надо парковать. Без этого не уснуть. Но ты ведь вообще не наша игра. Это моя игра. Да заебал ты своей, блядь, покатушкой, что он меня все время одной и той же хуйней раскладывает. Да заебал меня, я не знаю, как работают твои камни, ты можешь кого-нибудь другого пиздануть. Что ты доебался до меня, тупой мандень? Что у него то один прокатится, потом он прикатывается по другую сторону камень? Что за херня? Андрей, мне кажется, или у Юры бомбануло. Или нам все-таки кажется. И у Юры не бомбануло. Вот смотри, вот что, вот как, вот что это? Да иди ты в задницу с чернодырой, хуло. Блять, ну и пидорас, я почти ушел. Чернодырь же вытворяющий делает. Клёво это, типа, знаешь, каждые 3 секунды захотел себе черную дыру сделал. Ой, 3 минуты, смотри, сколько лет. А у некоторых в жизни не так много дыр, как они хотели бы, да, Игорь? Ты бы хотел больше дыр определенно, чем у тебя сейчас есть. Да, я поэтому муха прокалю. Ну да. Не поможет. Почему это будет потому много дыр? Потому что телки не западают на чуваков с проколов. Не знаю, чувак, это уже не модно. Все, кто хотел, уже давно проколол. Вообще, Серёжка, это пидорство. Если проколешь, я просто не прекращаю, буду тебя чморить. Ой, а что изменится, не напомнишь? Ну, у тебя появится Серёжка, например. Ты думаешь, это недостаточный повод? Нет, я имею в виду, что... Для гнобежа? Не прекращающийся, то есть... Что-то изменится. Гнобёж. Или что, у тебя повод новый типа появится? Ну да, что, тебе повод нужен для этого. Моя гнобёжка станет чуть-чуть более разнообразной. Оу. Окей. Ну давай, антимаг. Давайте, короче, сколько лайков соберется, в зависимости от этого я прокалю или не прокалю себе ухо. Не удержим! Нас с Валдисом разложили, как я не знаю. Невозможно, эти черти очень сильные, Юр. Мне не угадать эту мелодию. Нет, Игорь, я предлагаю тебе, знаешь, что сделать? От количества лайков, типа, ты поставишь себе вот эту, типа, дырку в ухо. И, типа, размер ее. Миллиметры, чтобы определять. Да-да-да-да-да-да. Не миллиметры, а, положим, 1000... 35 миллиметров. Лайков, например, это 1 миллиметр. То есть, если вы соберете хотя бы 10 000 лайков, то Игорь Линк придется себе тоннель, походу, вставлять. Да-да-да, на 10 миллиметров. Я буду дергать его за этот тоннель. Представляете, как будет весело. Игорь, прикинь, как тебя ухо распидорасит. Почему? Да как? Юра, как ты это делаешь? Да как? Не знаю, врага!
Я как барон фон Рихтгофен, только наоборот. Он тоже не понимал, как так летает пиздата. У меня принципиально иная ситуация. Я как анти-барон фон Рихтгофен. Он всех сбивал, а я у всех отсосал. У кого только можно. Я как летчик, которого сбивают постоянно и который почти никого не сбил. Один раз там, знаешь, попал. Ирония в том, что летчики не сбивают постоянно. Летчики постоянно умирают. Да ладно. И пассажиры тоже. Смотри, как антимаг растаял просто, блядь. Украл 7 дамага, пиздец им, пацаны. Да отъебись со своим камнем! Еще и сало с этого камня мало, что ли, блядь? Просветки-то нет, куда вы? Кстати, Юра, прикинь, выпуск соберет 50 тысяч лайков. Да пошел ты нахуй. Куда этой хуйней заниматься? Я чё, блядь? Игорю придется. Нихуя, да как же больно-то! И как я поставил вард, только вышел, чтобы их видно было. Прикинь, раздолбать ухо на Я за базар не отвечаю, нет. Это не наша тема. Ну и что, друзья, игра сыграна за 30 минут, отсосана по полной, 6.51. Мы, к сожалению, не смогли устроить в 10 раз больше фрагов противника, но тоже хороший показатель. Саки едят, ой, как больно. 1.5, 1.16, 0.10, 2.13, замечательно, да. Но у меня лучше, чем у других пушек. Смотрите, что-то взрывается и взрывается до сих пор. Пукан? Зря я высунулся. Давайте убьем Вивера, у нас будет рапир, и мы затащим. Просто, блядь, не наношу. Тихо, тихо, а давайте вот так делать. Ха-ха. Зачем мы отжимаем? А, теперь его... Давайте ха-ха, все в чат напишем. А-ха-ха, а-ха-ха. Сакса. Раша. Ну вот, друзья, с вами были Метры Сосалова, а может и Метры Сосалова, Юрий Хованский, Андрей Стригуль и Игорь Линк. Оцените сборку героя. Отстой, ничего собрать не получилось. Полный кал. Бегал с потехами и с кольцом до конца игры. Всего доброго, друзья.